Приветствую всех себя на канале. Сегодня я буду отбирать мед у пчел. Сейчас у нас уже 26 августа 2019 год. Буду я начинать отбирать мед с Бакфаста, семьи, что посадил в этом году. Я косил траву, паутина налепила на себя траву сухую. Это у нас отводок был от этих белых пчел. Я садил отводок на 3 рамки. Но он уже развился, там полный улей за 2 месяца. На плодной матке отводок был. А это у нас садил я рой от пчел Бакфаст. Видно воровство. Сейчас процветаю, вон пчелу бьют. Залезла. И здесь, конечно, при таком раскладе особо то спокойно не поработаешь. Воровки сейчас будут лезть. Ну, будем быстро тогда. За эти хочу за дня 3 забрать все надставки. В гнездо не буду лезть, а потом уже лишние рамки с гнезда заберу. Начинаем семьи Бакфаст. Посмотрим, что они тут наработали. Надставочка тут небольшая, всего 10 рамок, полурамок. Сразу дам дымка им. Смотрел я тут 7 месяцев назад, мед то не было почти. Ну, лед сильный был в последнее время, не знаю, что они тут наносили, не наносили, но магазины уже убирать надо. Хотя у нас днем еще до плюс 30, а ночью 7 тепла всего лишь. Последние 2 недели сильно был лед пчел. Осенние медоносы цвели. Что они там наносили, наверное, все-таки более в гнездо носили. Сразу дымом сгоняют с надставки все, чтобы меньше тушить было. Немного видно запечатаны. Есть мед, но это не мед. Так что рой свежий этого года от Бакфаст слабо поработал. Посмотрим, что на тот год будет у них. Ну и своих местных будем отбирать. Сравним, что лучше. Вот для сравнения заберу сначала у Бакфаста. У Рея рой неплохий был, сажал, ну, наверное, троху назад они слетели в материнскую землю. И для сравнения, вот это сади я полноценный рой сюда от Бакфаста. Для сравнения сниму следом надставку, где был отводок всего лишь на 3 рамки на плодную матку.
Сейчас немного сойдут пчелы. Начинаем. Мед есть, но не печатанный. Но все равно забирать будем, уже времени нету. Он не вытекает, скорее всего, что просто не печатали, не попечатали. Мед уже более-менее зрелый. Так как его уже сюда 2 месяца носят. Не хотят ходить пчелы. Так что процесс будет медленно продвигаться, думаю. Рамки пустые. Буквально. Там по 200-300 грамм а то меда есть. А это совсем пустая. Бактас у нас хорошо работает только по медосбору, если рапса насадят, так по рапсу хорошо. А по, ну, по садах все, если сильная семья, а поэтому по разнотравью бактас слабо в нашей местности. О, полностью пустые рамки. Не видно будет на камеру. Ну, рамки пустые, короче. Вот то в одной, что первый показывал, было там, наверное, 300 грамм налили, а эти пустые. Ну, вот сюда 4 будет более-менее там по ложке меда. Вот одна рамка немного с медом. С этой стороны получается у нас такие вот рамки, чуть-чуть печатали, здесь залитые полностью, но не печатанные, так как уже сентябрь на носу, то надо снимать все равно. И здесь то же самое, вот крайние получается 4 рамки с медом были, 5 чуть-чуть подлитая, остальные 5 пустые полностью. Это у нас бакфаст. Сейчас после бакфаста сразу залазим мы в отводок от нашей местной неплохой пчелы. Ой, в этой немного есть вот мед. Три, пять. В 6 рамках немного меда. Это бахвас у нас. Такая вот рамочка. Пчелы не хотят ходить, ховаются по нижних планках. О.
такая вот рамочка у нас с медом. Поставлю нашу камеру в сторонку. Пойду снимать решетку разделительную и надставку. Так, решеточку я снял. У меня такие подрешетник сделаны. Вот. В этот подрешетник ложатся решетки. Две и часть половина. Это вот семья у нас от Бакваста троя. С неплодной молодой маткой. Ну так, немного пчел тут. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рамок обсиженных. Это с этой стороны их расплодная часть, а с этой стороны пару рамок. Центр тут пчел нету. Полоски снимаем. Достояли на натуральных маслах, тут я ставлю полоски. Там чемин, масло какое-то. Еще пару. Ну вот, кажется, и Бакваст маска, но что-то не слабо. И развились слабо. Немного. Уже выгрызать начали. А чтобы в ульях стояли полоски. И летом то, что когда начинаешь уже по осени обрабатывать, то бывает, что без толку. До этого времени просто клещ пчел съедает. Так в том году и было с основной семьей, этой, от которой это трой. Полез осенью обрабатывать, там пчел почти не осталось. Эти клещи съели за лето. Так.
так что я летом ставлю такие полоски на натуральных маслах. Они хоть и дороже в 2 раза за химию, но не вредные. То, что масло, это масло. Ладно, будем закрывать долго. Я говорить не буду, то, что воровки летают. Ну, пчел немного. Давил пчелку случайно. Решетка видно. Здесь матка молодая от бахвоста, получается, была из-за границы матка. Это ее мне подарили, выведенную уже с той заграничной. Это получается уже 2-е поколение. От того 2-го уже 3-е, да. 3-е поколение. Ну, посмотрим, с нашим трутнем местным облеталось. Посмотрим на тот сезон, если все перезимуя хорошо. Что будет у нас на тот сезон с этой семьей. Так, они поработают. Сюда закрываем. Закрываем. Потом сократим гнезда. Но гнезда я сразу не буду сокращать, потому что воровки начнут работать интенсивно. А так я сейчас заберу надставки. Много не буду, чтобы откатать сразу и спрятать их. Я опрашиваю рукав с полиэтилена, чтобы боль не ела. Соты. То заберу 3 ульев. Этот вот заберу, этот. Этот. Что отводок. Сейчас отводок будем брать. И заберу, наверное, 4-й. У меня семья с пчелами осталось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 семей. 2 отрутнели, но там в одной может что и вывели, то что пчелы молодые, кажется, появились. Они там-то вывели матку сами, свищевую, ну не знаю, облетелась она, вышла что там или не вышла. Сейчас будем забирать. Будем забирать мед. Сейчас мы у пчел с этой семьи. Я посадил сюда отводок всего лишь на 3 рамки. Он быстро-быстро развился. Буквально, когда я сажал, наверное, 2 месяца, может больше. Они интенсивно так развились хорошо. Интересно, вот по сравнению с роем бахвоста, что наносили они. Этим дымом летом грозит. То, что это не бакфасты. Ну, а так заметил, что все хвалят этих бакфастов. Они плюс у них это не роиливые. Ну и на медосборе таком, где этот, если засевают поля, так на таком медосборе не работает на засевах этих. А на дикоросах с их пользы не особо то и много с бахвоста. Лучше держать свою местную. Правда, с местной работы больше 3 раза. Но... Сразу дыма дам. Чтобы начали двигаться на низ. Без жертв потолочно упало так. На отводку тут особо тоже слабо.
что в этом году медосбор был, когда рапс слил. Как раз пришлось весной интенсивное цветение рапса. Сад сначала, рапс, ива. То есть наоборот. Сад с ивой буквально вместе зацвели. Ива, потом сад следом. И потом уже рапс. И вот они с весны поработали. С весны неплохо поработали, а уже осенью без толку. Медосбор такой слабенький. Просто что ночью у нас 7 тепла, а днем 30 перепады по 20 с лишним градусов. До 30 градусов перепады температуры. Дневной, ночной. Да. Пчелы слабые работали. Чуть-чуть медку накапали вон. Это на крайних. Но все равно получше бакваста. В этих рамках есть мед, то крайняя ващина была. Вот четвертая рамка у нас. Четвертой рамки мед. С краю печатаны немного здесь, так. И вот от четвертой уже пошел мед. И мед видно будет почти до конца. Ну такой тоже не печатанный особо. Так это был отводок у нас на 4-3 рамки где-то я всего лишь поставлю. Это отводка, полный пчел и мед. Немного принесли. Вот так будет видно, а буду подразбирать, что там робится. Ношу туда, ставлю. Вот готово улья. И пчел побольше здесь. Вот наша местная пчелка неплохая. И пчел много. И меда принесли побольше, можно сказать. А если бы я их роем посадил хорошим, то тут бы они больше наносили, конечно. Шевелю дымом их малость, но дыма уже мало. Куда лежал, да тут, да подгорел. Будем брать подряд. Задние стенки сложили немного метку, они тут вот. Уже бросаются на руки начали. Некоторые. Не по всей площади, только к задней стенке мед.
Остальная часть вот рамки пустая. Ну, пчел побольше на зиму пользуем. Все, эти пустые почти тут. По 200 грамм меда на две стороны. Вот это с медом, видно, блестит, печатаны с этой стороны, почти полная. Идем. С центра гнезда события снимает. Вот. Осталось всего лишь 3 рамочки. Такие, немного с медом, но не полные. Здесь у нас 15 полурамок. Даже по сравнению с бакфастом эти 15 полурамок подзалитые намного лучше отводком, чем роем от бакфаста. Последняя пустая. Все. Вот наш итог. Бакфаста и с отводка забрали здесь 10 полурамок, вот отводка 15 полурамок. Полурамки у нас такие вот есть, по чуть-чуть тут метка по 200 грамм на рамку, некоторые полностью пустые. Вот, вот это тоже такая чуть-чуть здесь меда. Жаворолки вот здесь побольше меда, это полная, как бы сказать, но не печатанная. Начали вот чуть-чуть запечатали все, или в гнездо сносит, распечатает. И здесь такие полупустые. Вот наш итог с отводочкой нашей местной пчелы. Такие вот рамки. Ой, бляха, упустил, одной рукой неудобно показывать первый раз. Вот. Осы уже поналазили. Ладно, у пчелка видно не сколотил ее там улья. Ну, давай, залазь на руку, все равно взлетать умеешь. О, полетела. Ладно, на этом я буду заканчивать. Кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментарии пишите. Всем удачи, до свидания.